Всем привет, мы продолжаем проходить Beyond Two Souls за гранью две души. Как вы помните, предыдущая часть весьма такая была, весьма интересная. Много жизненных моментов, и, как я понял, мы сейчас окажемся в госпитале вроде бы. Кажись, да. Загрузка идет. Да, точно, с того самого момента продолжаем. Побыли уже на вас на какой-то хил. А, ну, блин, там же бушку ранили. Да тут он, тут он. Ну зачем? Я не хотела назад. Рано еще, рано. Ну. Отлично. Че, сейчас будем сбегать отсюда как-то? Походу на то. Прям грышом, блин. Да, это она. Зашибись. Уже несколько месяцев в коме. Можно к ней? Мы с ЦРУ. Еще лучше. Она обвиняется в измене. Хотите, покажем вам ордер на ее арест? Не надо. Понял. Пойдемте. У нас проблемы, Айден. Большие. Так, туалет. Что я тут сделаю? Блин, ничего. Блин, может, Айден что-то сможет. Здесь это ее палата. Черт. Она через окно ушла. Не может быть. Мы на пятом этаже. Не выпадет. Сообщи. Нам нельзя ее упустить. А в натуре где? Я чуть сам не понял. Зашибись, я нихера не понял. Уже одежда откуда-то. А, вот в самый момент, вроде, когда ее этот коп поймал. Да, точно. Мэм, все в порядке? Мэм! А потом мы устроили полную жопу в участке. Первая ночь. Название как бы очень внушает. Даже не знаю, что по этому названию думать, если честно. А, не, походу ничего такого, чего я подумал. Слава богу. Это ненадолго. Угу. Пусть они выяснят, что с тобой, да? Так и не выяснят. Не бросайте меня! Всего на пару дней. И соскучиться не успеешь. Сьюзан, все, нам пора. Хватит уже с этим тянуть. Блин, папа не мудила настоящий. Будь храбрый. Ты сильная. Я это знаю. Знаю, тебе тяжело покидать дом и семью. Но у нас больше шансов понять, что с тобой происходит, и защитить тебя. Никто меня не защитит. Музыка, кстати, вот в игрушке, я вот фигею, просто офигенная. Коула, я всегда рядом. Музыку из игры вообще можно просто отдельно слушать. Позови, и мы сразу примчимся, ладно?
Спокойной ночи. Будь умничкой. Да. Ладно. Где бы тут переодеться? Надо в подруг где-то отдельно музон скачать будет. Надеюсь, хоть тут у них камер нет. Комп отдельный, нифига себе. Да еб... Так, что я могу сделать Тайденом? Походу ничего. Ладно, будем ожиться. Ушастик, где мой кролик? Господи. Кролика забыли. Ладно, пошли за кроликом. Без кролика нельзя. Куда ж без него? Ложись спать, Джоди. Господи, наблюдение постоянное, мать ваша. Фонарик даже с собой, нифига себе. От бабаек, походу. Надеюсь, это все. Я выключаю свет. Спокойной ночи. Стойте! Можете оставить свет в коридоре? Я не люблю темноту. Ладно. Вот так? Да. Ложись. Пока. Не бойся, Айден. Мы сейчас просто уснем. И ничего не случится. Надеюсь, это так. Не могу заснуть, Айден. Расскажи сказку. Зашибись. Айден не такой уж и похуй на самом деле, если так посмотреть с других сторон. Самой детства не заботится. Что-то не так. Ну то есть что-то не так. Что я должен сделать, что-то я не пойму. Зашибись. Окей. Зашибись, заснул, блин. На что время спать?
Нейтан, что-то происходит. Что-то происходит. Что-то происходит. Идите нафиг от нее. Я сказал нафиг. Капец, тебе ясно, откуда такие кайки и кошмары, блин. Быстро! Ничего. Все будет хорошо. Айден и больше не боится. Да. Что за измерение, блин? Вообще непонятно. Быть такой же, как все. Да вообще, честно, не понятно, что происходит. То ли это... Да сколько достижений, твою мать, блин. То ли это все из параллельного измерения какого-то, то ли из загробной жизни какая-то. Хер пойми, что, короче. Походу, все в смешку, на самом деле. Сказал нет, хватит ныть. Да ладно, ныть. Йо. Все девчонки из класса идут, и я не поздно, обещаю, ну правда. Мы теряем время, Джоди. Так нечестно! Почему все могут пойти, кроме меня? Я же делаю все, что ты просишь, всегда! А ты не разрешаешь ничего и никогда! Сотый раз говорю, ты не такая, как все, уясни это! Я что, разве виновата в этом? Я хочу просто гулять и общаться, и быть нормальной, пойми ты! У тебя другая жизнь, пора с этим смириться. Несправедливо в какой-то степени. Хотя жизнь сама несправедлива. Не, ну выглядит жесть. Я за дверью. Если что, зови. Сейчас же сбежим, в натуре. По-любому сбежим. Вот к бабке не ходи, сбежим. И че это уже делать-то, е-мое, блин? Все, места найти не можешь, не знаю, что делать. А я сижу в заперти. Ну пустите меня погулять хоть разок. Ты прости, милая, но у нас правила. Ну, Коул, будь другом, пожалуйста. Выпусти меня на один вечер. А Нейтану говорить не будем. Ну, принцесса, я не могу. Не я решаю. Да, печаль. Хватит, Джоди. Ничего не добьешься. Будешь дома. Точка. А я все схивач. Остыла? Ты довольна собой? Надеюсь. Убирать будешь сама. Да ё. Хватит, Айден. Не-не-не. Переломай нахрен им насрать. Ничего, значит, найдем другой способ.
да. Она угомонилась. Угу. Всю мебель расшвыряла, но теперь пришла в чувство. Ладно. Да, завтра увидимся. Чё-то, чё я делать-то должен? Как-то свалить, что ли, тогда выходит? Каким только способом? Надо подумать. Айден, давай-ка. Да ё-моё. Так, ну, хилачить тут смысла нету, это по-любому все. Подслушивать. Хотя, ну-ка. Гениально. Айден, Айден, ну ты, блин, творишь. Ты ведь простишь меня, Коул? Мне правда очень стыдно. Это не Коул, если ты не поняла. Но ты понимаешь. Просто мне это очень нужно. Все оказалось намного позже, чем я думал. Да, я знаю. Отступать уже поздно. Сейчас, оно же какой-то подвох будет, походу, да? Не бывает ничего просто так. Заперто. Ну, конечно. Так, ну-ка. Я сейчас же в задницу попадем. Вот хоть я вот не могу. Ну, блин, просто все каюк как. Слишком элементарно как-то все. Ни камеру наблюдения, ничего. Всем пофигу, что ли? Офигеть. Здорово, Коул. Джоди. Куда это вы на ночь глядя? Мне стало как-то... Мне как-то нехорошо. И мы просто решили выйти... Ну, проветриться. Серьезно? Может позвонить в лазарет? Нет, не нужно. Я со мной Коул, так что. Да, Коул? Да. Вот. А ты, Коул, язык прикусил? М? У него голос пропал. Подцепил вирус какой-то. Весь день только может хрипеть и все. Надеюсь, не заразно. Лучше бы ты дома сидел. А нас-то подумай. Ну ладно. Давайте. Угу. Сваливаем побыстрее. Не, вообще просто элементарно, всем пофигу, глубоко. Ни камеру наблюдений, ничего, вот просто секретный объект и свалить. Ну, зашибись. Не придется его машину искать. Ай, блин. Тут камеры везде. Надо быстрее сматываться. Давай, садись в машину и заводи ее.
Зашибись, мне еще машину вести, скажите, я тогда долбанусь. Вы, блин, серьезно? О, господи. Черт. Меня все равно видно. Да поехали. Едем, Айда. Спалились. Что за хрень? Блин. Где это я? Фейл. Господи, что это сейчас с тобой такое было? Да, есть одна идея, поэтому... Я тебе запретил, а ты не послушалась. Ты понимаешь, какой опасности ты подвергла Коула и себя? Забыла, что случилось в доме Кирстен? Ты знаешь, что может натворить Айден? Знаешь? Я ведь тебя защищаю. Немного побыть такой же, как все. Одна. Опять куда-то кинули, чтобы в одиночество нафиг? Или опять бомжевать, что ли? Я чуть не понял. Господи, только не бомжевать опять, ё. А не. Я не знаю, как тебе это сказать, Джоди. В общем. Все ясно. Нас с мамой переводят, мы уезжаем с базы. Зашибись. Мы хотели бы взять тебя с собой, но считаем. Нет. Все считают, что тебе лучше остаться тут, с профессором Докинсом. Зашибедно. Мы с мамой постараемся тебя навещать. А поправишься, мы заберем тебя домой. Можешь подумать. Просто молча послали. Думаю, так будет лучше. Не скучай, дорогая. Будь храброй. Это очень тяжело. Но я знаю, ты справишься. Зашибись, блин. Малышка моя. Все, нам пора. Сьюзан. Погоди ты, Филипп. Блин, мудила, ты бесишь меня. Хватит, идем. Хватит, блин. Моду бы набить, блин, а. Чудовище! Филипп! Слышишь, чудовище! Господи!
тебе тяжело. Но ты ни в чем не виновата. Господи, че ж так участки, блин, вы именно искакать начали, е-мое. Наваху. Достижение не мой отец. Это в натуре, блин. Название подходящее. Наваха. Че за Наваха? Че за знакомое название, кстати, даже. Пустыня, что ли? Походу. А, точно, блин. Аризона какая-то или что, типа того. Или Техас. Слушай, я пить хочу. Сил нет. И ни малейшего понятия, где мы. Так что не надо мне жизнь осложнять, ладно? Так, а если... Да не. Ничего нету. Просто идем. Ну, я вид ничего так красивый, кстати. В натуре. Вот эти, конечно, временные промежутки, они как-то вот сбивают с толку, потому что то сначала одно происходит, то другое. Я уже об этом говорил, но это факт. То есть не успеваешь как-то, блин... привыкнуть к чему-то или понять что-то, как уже происходит что-то другое. Абаум. И долго мы тут ходить будем? Ой, еще тачка. Тоже не будем поить, да? Ну да. Да я... А, это она садится, господи, я думаю, споткнулся, блин. Все будет хорошо. Если это же, да не сдохнем. Мы черт знает где. Угу. В горле пересохло. Угу. Полная жопа. Согласен. Но все будет хорошо. Но все будет хорошо, да. Отвяжись, Айден. Что? А. А тут кто живет? Челоки какой-то, что ли? Все нормально. Ничего страшного, Айда. Чей-то фильм или что-то такое, походу. Только кто тут живет? Непонятно. Блин, а в натуре где все-то ее? Никого не видно вообще. А, вон дом основной, походу, туда надо сходить. И живут же тут люди как-то, это же жесть. Ой, источник воды, отлично. В натуре живут же сожжения как-то. Да, с собачками у нас тут уже проблемы были, хватило. Есть вообще кто-нибудь? Походу, есть. Привет. Извините за вторжение. Я просто ищу, где бы переночевать. Может, у вас... К нам нельзя. Прости. Прошу. Ночи такие холодные.
Мне некуда податься, и обещаю, утром я сразу уйду. Говорю же, к нам нельзя. Теперь уходи. Леоште, я. Сбазо. Акуринао. Тобоне, зарахе. Динне. Что ты е? Шахнаст, ад. Бендако, дофтхас. Адо, бендаго, но дофто. Ладно, можешь переночевать. Входи. А ты какие-то индейцы, походу. Как зовут? Чероки, блин. Джоди. Я Пол. Это мои дети Кори и Джей. Моя мать Шимасани. Не удивляйся, что она не ответила. Она давно молчит. Мы будем ужинать. Присоединишься? Да. Да, спасибо. Так, куда садиться-то я? А вот. Даже выбор есть, нифига себе. Чего вы сейчас только соблазните, блин? Как быстро потемнело-то, нифига себе, блин, только свету было уже темно, зашибись. Блин, я все за нее делаю, что ли, должен? Надо долбануться просто. К нам мало кто заходит. Я это же понял. Да так, иду, куда глаза глядят. Честно говоря, пока сама не знаю, куда хочу прийти. Ясно. А вы ведь наваха, да? Мэдина. Это значит народ. Так мы себя зовем. Вы разводите лошадей? Да. Мустангов. Еще у нас есть чура. Чура? Овцы. Шерсть продаем, молоко. Это немного, но на жизнь хватает. У вас тут довольно безлюдно. Тут жили наши предки. Я здесь родился и умру здесь. Я говорил, сыновья, поищите счастье в другом месте. Но они остались со мной и с бабушкой. Молодцы. Ковни не предают, скажем так. Это что еще за нафиг? Что-то не так. Ты идешь? Что происходит, мать ваша? Дорогая жизнь, запри дверь и не выходи до утра.
В натуре что-то не так. Блин, одна мистика, это жесть. В окно хоть посмотреть можно, что там? Зала? Что их так напугало? Тот же вопрос. Ну-ка. Тихо ты. Ну-ка. Все разбежались по комнатам. Ясно. Нифига не ясно, что их тут так беспокоит, ну да ладно, не суть. Не будем лишний раз лезть туда, куда не знаем. Знаю. Очень странная ферма. Даже слишком. Вот зашиви, чтобы заснуть, надо удерживать Икс. Вообще, логика, блин. Все делай за ним. Вот ленивая жопа, блин. Ё-моё. Не выходи. Что бы ни случилось. Ты еще кто такой, твою мать? Определенно что-то не так, мать его. Какого хрена? Без запасов. Заперли с той стороны, зашибись. Для каких целей, чтобы не ушли, что ли? Чё-то мне уже стремновато немного, если честно, становится. Даже собака боится, блин. Что ты здесь делаешь? Сказал же, сиди в комнате. Что это было? Ложись спать. Утром уйдешь. Какой-то древний дух, что ли, ему? Что за херня? В общем, ладно, так, давайте-ка тут на этом закончим, потому что я сейчас чувствую, с этой фигней тут возни будет еще часа на пол нафиг. В целом, я не знаю, игрушка и вправду, вот, хоть сто, хоть падай, тут даже говорить нечего вообще. Можно просто молча записать и все это выложить. Тут
Ну, это то же самое, что, я не знаю, смотреть фильм и комментировать его в этот момент, это проблематично, лично, как мне кажется. В этом случае, в принципе, интересно, хотя кое-какие вещи еще непонятно, но посмотрим, подожду в следующий раз, если всем будет интересно, всем удачи, пока.